К событиям культуры. Ежегодно 6 июня, в день рождения великого русского поэта, в России отмечается Пушкинский день. Государственный статус праздник получил в 1997 году, согласно указу президента Российской Федерации. Это было сделано в целях сохранения поддержки развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. Подробности в сюжете Анастасии Новичковой. Имя Александра Сергеевича Пушкина известно читателям самого юного возраста. Сначала по его детским сказкам, потом по лирическим произведениям, а затем по повестям, пьесам и романам в стихах. Его Евгений Онегин переведен на 75 языков мира. Стихотворение «Я помню чудное мгновение» более чем на 200 языков мира. А памятники русскому поэту ставят по всему миру. Один из них радует жителей Твери. Александр Сергеевич Пушкин является одним из основоположников современного русского литературного языка и оказал огромное влияние на литературную традицию и стиль письма в России. Мы решили узнать у тверичан, что они знают о великом классике и какие произведения помнят. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Я помню, он умер на дуэли за девушку. У него была няня, я помню. А Арина Родионовна вроде как. Пушкин наш — это все. Все, так ведь говорят в народе. Ну, все, самый большой. Больше величины такой нет. И не было, по крайней мере. Он в русский язык вклад сделал, в русскую литературу, естественно. Лукоморье дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит под себе кругом. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетный видение, как чистая красота. Вот. Руслана Людмила, Евгений Онегин, капитанская дочка. Очень много сделал для русского языка, для русского народа. И Пушкина знают не только в России, но и даже за рубежом. «Белая береза» под моим окном. Только вот начало помню, и все. Оставлю интригу. Несмотря на то, что последние процитированные строки вышли из-под пера другого классика, большинство тверичан в основном помнят произведения великого Пушкина из школьной программы. Все без исключения отмечают гениальность русского поэта. И это неудивительно, ведь Александр Сергеевич внес существенный вклад в развитие русского литературного языка, утвердив и совершенствуя его стиль, актуальный и поныне. А сам Александр Сергеевич в своем стихотворении как будто бы предсказал: «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа». И это воистину так.